Здравствуйте, ребята. Рассмотрите рисунок. Запишите числа, если каждая птица означает количество единиц этого разряда. Давайте проверим. На левом рисунке число 325 000. Число на правом рисунке 341 000. Сейчас мы с вами поработаем с учебником. Страница 35. Задание номер 6. Нам с вами нужно решить задачу. Орнитологи с целью изучения птиц ведут окольцевание. Надевают на лапу колечко с надписями. В этом году они окольцевали 345 птиц, а в прошлом на 215 больше. Сколько птиц они окольцевали за 2 года? Выберите, ребята, в задаче главные слова. Правильно. В этом году окольцевали 345 птиц. В прошлом году неизвестно птиц, да? Но сказано, что на 215 больше. Нужно узнать, сколько за 2 года окольцевали птиц. Для этого мы с вами решим задачу. Посмотрите внимательно и скажите, какая это задача? Правильно, составная, потому что она решается в 2 действия. Первое действие. 345 плюс 215 равно 560 птиц окольцевали в прошлом году. Второе действие. 345 плюс 560 получится 905 птиц. Окольцевали за 2 года. Ответ. За 2 года окольцевали 905 птиц. Предлагаю вам следующее задание. На странице 35, задание номер 8. Вам нужно выполнить задание вычислить рационально. Значит, вы должны решить примеры удобным для вас способом. А теперь давайте мы с вами проверим. Первый пример. 250 плюс 170 плюс 150 получается 570. 360 плюс 270 плюс 340 равно 970. 580 плюс 240 плюс 120 равно 940. 390 плюс 250 плюс 110 равно 750. 560 плюс 230 плюс 170 равно 960. 270 плюс 180 плюс 50 равно 500. Молодцы, ребята! Вы справились с этим заданием. А сейчас мы с вами вычислим, записывая выражение столбиком, и выполним проверку. Первый пример. Первое слагаемое 456, второе слагаемое 138. Записываем пример правильно, подписываем единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Складываем
Единицы складываем с единицами. Десятки складываем с десятками. Спасибо.